Я сама обалдела, когда первый раз увидела, как мать договаривается с тобой. Хотела сначала скорую помощь вызвать, потом как представила, что еще психушку запихнут. Она сама не рада, с нее такое поперло. Короче, Жень, они разговаривают с ней, учат ее. Люблю, как кто учит ее? Сущности. Какие сущности? Из третьего измерения. Иди сюда. Иди сюда. На, посмотри. А что это такое? Вот смотри, здесь вопросы. Мы с мамой спрашиваем, они отвечают. Сущность отвечает. Это ж бред какой-то. Че ты ржешь? Че ты ржешь, дурак? Ты же можешь всю нашу жизнь перевернуть. А вот скажи, зачем ее приворачивать? Зачем? А кто я была? У журналистки. Кто я была журналистка на подхватик? А теперь все, хватит. Каждый день одно и то же. Вчера ночью в своем подъезде зарезан, задушен, убит. Все. Теперь у меня будет книга, беседы с сущностью. Понял? Слухи уже поползли, мать, на расклад. Сегодня к нам один олигарх приедет. У него болезнь какая-то немеренная. Мать его будет лечить. Если она его вылечит, он нам денег немерено отвалит. Ты слышишь? Подожди, Женька. Мы с тобой заживем. Купим квартиру, дачу, машину. Бабки недолго осталось. Ну как она, Люд? Дышка! А вот что это там такое? Да и кто-то сказал, что нужно каждый раз, как проснешься, легкие прочищать, чтобы не захаживать. Что она орет теперь? Подожди, она еще гулять выпьется. На улице, что ли? Прямо. А ты неверный, Женя, она сюда придет. Она будет здесь по периметру шкандыбать. 53 метра 60 сантиметров. Я линейкой вымеряла. Выпьется сюда своим патефончиком, пластиночку поставит и давай. Песня длится 4 минуты 19 секунд. И за них она должна пройти 53 метра 60 сантиметров. А если пластинку заедает, я на нее обратно заводит. Вчера 4 раза заедала, она тут полтора часа ходила. Люд, так может быть ей пластинку другую купить? Это неверно, Женя. Ей эту пластинку какой-то там итальянец Адриано подарил. Лет 300 назад, типа ее талисман. Я один раз попробовала ее взять, сразу противоположно по башке получила. Так, короче, к нам придет олигарх, мать его будет лечить, твоя задача, что ты бабку не доказывал, понял? Да, ты должен сидеть с ней в комнате и никуда ее оттуда не выпускать, ты меня понял? Да, бабка в комнате, я с ней, с бабкой в комнате. Ты с ней, понял, все? Алла Мартина, аппена лбаба, о, белла чау, белла чау. Здорово, Женька, артист. Все репетируешь, да? Когда работать-то будешь? Здравствуйте, баба Настя. Так, что ты выбрала сюда? Кто тебя звал? Иди в свою комнату. Целовались? Подглядывал опять? Делать мне больше нечего. Не целовались, как дураки. Иди в свою комнату, тебе сказали. Пульт отдайте, сволочи. Мультики хочу смотреть. Куда пришла-то? Иди в свою комнату. Все равно. Ты так идешь, там мать спит. Мать, сейчас по телефону тебе огрею по башке. Мне мать спит. Да, я видел. Что ты видел? А колечко бабки, это то самое? То самое, что тебе врать, что ли, буду? На, мама, смотри, каталог ювелирных шедевров. Кольцо золотое с рубином. Анастасия. Анастасия, ее в честь кольца назвали, бабка. Ты цену смотри, цену! 900 тысяч баксов. Люда, это за кольцо-то, да? За кольцо! Люда, а мы олигархи, Люда. Какие мы олигархи? Ну, самые обычные олигархи. Ты родовое кольцо на счастье, от него никакой выгоды не может быть. Олигархи, какие мы олигархи? Да какой? Да самые обычные вы олигархи. Что ты творишь тут вообще? Прости меня, извини меня. Я же тебе говорила, они ее учат, они разговаривают с ней. Везде есть люди, с которыми установлен контакт. И сущности через них общаются с нами. А насчет контакта с нами? Господи, Боже мой, зачем тебе это объяснять? Ты сейчас умеешь зачем? Не разбудишь эту Надьку. Нет, кто поспать любила эта Надька. Ты что, что пришла сюда, сказала, иди в свою комнату и сиди там. Ладно, пульт
эти сволочи в мультики начинаются? Иди, смотри там мультики свои. Чебурашка и его друзья. Дайте бой. И крути там мультики. Люд, а контакт зачем установлен, а? Чем взять? Зачем? Какая тебе разница, зачем? Цивилизация входит во взаимный энергообмен. А человечество еще скрыто та часть пространства, которая называется свернутое пространство. Но тебе это ни к чему, потому что я это сама не понимаю. Сейчас да вообще ладно не... тебе, пространство! Я тебе о другом говорю! Да я тоже о другом говорю. Не подскажешь, так и не догадаетесь. Пришла сюда, что ли? Ну, я загадаю, Женьке, загадку. Какой? Женя, угадаешь, кольцо подарю. Вот. Сколько я тут гуляю по периметру, по квартире? Скажи. 53 метра 60 сантиметров. Язык у твоей подружки как помело. Все? Все, загадал, иди. Иди, иди, давай, мать звала, иди сама. Мать не звала, иди отсюда, сказала. Иди давай, иди, иди. Иди, говорю. Бабдать, может, не надо, а? Иди, Жень. Ну не надо. Мне нравится, когда ты приходишь. У нас ведь тут бабье царство. Хоть разбавишь. Иди, Женечка, иди. Бабдать, ну пожалуйста. Правда, Женя, ты когда приходишь, я прямо вся вибрировать начинаю. Аж ладони вспотели. Ну-ка покажи, а у тебя вспотели. О, и у тебя вспотели, Жень. А, может, это любовь? А, Жень. У тебя-то ладони потели, когда ты мужика-то видишь, а? Нет. Нет, плохо, иди потели. Что ты под лавикой? Руку убери. Иди, мать звала, иди, иди. Баба Настя, ты не надо. Хотела бы я посмотреть, Женя, как ты в театре играешь. А я только учусь. А, тут учись, не учись. Все равно, как этот Матроскин не сможет. Матрос? Да, какая разница. Тут талант нужен, да. А у вас, у молодых, таланту ни хрена. Не искушай меня обездужены. Настя, сволочь, все струны вырвалась. Возвратом нежности своей. Я училась у Немировича Станиславского Данченко. У него была жена Алиска Кона, я ее все роли играла. Алиска бесилась. Разочарованному чужды все обольщения. Точно! Можно тебя на минутку? Жень, иди ко мне. Евгений!
Ну, подожди. У нас сегодня очень ответственный день, ты понимаешь? Да, понимаю, я пойду там. Нет, Евгений! Останься. Людмила попросила, я разрешила. Евгений, ты нравишься. Кому? Мне нравишься. Мама! Вон бабке нравится. А, да, Женя, мама, вот ей ты нравишься. Иди сюда, мама, иди. Евгений, иди сюда. Евгений, когда придет Андрей Александрович? Кстати, когда придет Андрей Александрович? Сегодня он придет. Сегодня! Да. Сегодня придет Андрей Александрович! Я тебя умоляю, Евгений, ты исхитрись как-нибудь. Ты уведи маму мою. Да, Женя, вот меня надо увезти. Вот ее, видишь? Она надо. Сейчас не надо, иди отсюда. Иди, сейчас не надо. Евгений, она мужиков красивых обожает, понимаешь? Она всяких обожает. Нет, я таких, как Женька, люблю. Ну, покажи, каких. Сейчас она тебе покажет, каких. Вот таких она, да. Таких, каких. Мы любили с парнями в Сокольниках гулять. Раньше в Москве соловьи водились, теперь глухо. Как в могиле. Баба Настя, а вот вы в эти чудеса, в сущности верите, да? Чудеса верю. Кому не верила, давно померла. Нам на зону в 45-м одного итальянского партизана привезли. Андриан! Мама, вот скажи мне, пожалуйста, что ты орешь, а? Я Женьке про Андриана рассказываю. Ты достал уже, ты со своим Андрианом. Иди отсюда, иди, трусы такие. Сначала мы Сталину не угодили, потом Сталину с Терманом в одном комитете заправлял. А тут его и окликни, один наш вольняшка. Андриана! Чего орёшь? Я Женьке про Андриана рассказываю. Да встал! Иди, матери трусы надень. Хотя он сидел, значит, с ним у немцев. Тот пошел, доложил начальству вольняшку. Андрюха вызывает. Андрюха думал, его уже стрелять ведут. Пластинку мне отдал. А там его и спрашивают начальники. Правда, что ты с Терманом в одном комитете заправлял? Андрюха говорит, правда. Те аж проследились. Вот и пойми нас, русских, да, Жень? И с тех пор Андрюха как сыр в масле. Да, конторы его устроили. А пластинка мне как талисман. Каждое утро встаю и скажу. А ты чудо, Женечка. Не знаешь, куда эти сволочи пуль дели. Нет, не знаешь. Нет, Женечка, не знаешь. Все, хватит, мама! Ой, все да, про этого твоего Андриана уже знают! Знают, Женечка, мой. Да. Машина подъехала, Людмила, погляди! Да нет, это соседки в Москве.
Так, успокойся. Взяла, взяла в руки под нос. Давай, давай вибрации свои. Лови вибрации, тебе сказали. Да возьми, что ты в конце концов, ну! Опять! Ой, ё, какая машина здоровая. Большая машина. Я побежала, посмотрю с балкона. Вот это мать точно. Да, конечно, он. Какая точность. Часы не надела. Давай, бери, бери, успокойся. Возьми, я тебе скорее подчеркну. Нет, я не успокойся. Да успокойся ты. А я спокойная. Иди к бабушке. Домой, как на крыльях, летел. А она там, внутри, с новой силой. Теперь все. Теперь ты, надежда моя. Я ж для тебя, как рыбка золотая. Чего хочешь, Настя? Ой, я сейчас не надо, Андрей Александрович. Я империю построил. Я жить хочу. Мочу пить не пробовали? Чего? Рама, замолчи! К нам на зону одного доходягу привезли. Уже в лазарет не брали, а стал свое санье пить. Я понимал? Слушай, ты, Андрей Александрович! Подожди, бабка!
садитесь. Ну, сел, сел. А мне сосредоточиться надо. Вот. А потом мы начнем. Thank you.
А куда Ивушку принесла, я не знаю. Так как? Куда? Сядьте сюда. Ну я ж не умею. Как умеете, только не отвлекайтесь. Евгений, идет у меня сейчас контакт. Что там мама лежит, мешает мне контактировать. Спит. Притворяется, небось. Нет, спит. Ой. Окей, стой. Стой. Слушай, ну что такое? Я же просила вас не мешать. Не входи в контакт. Дайте мне лекарство. Я быстро. Вы не обращайте внимания. Я быстро. Папа, ты как там? Я вообще... Так, все, Людмила, давай нормально сейчас сконцентрируемся и начнем. Давай. Пошла энергия. Я чувствую вибрации. Сильные вибрации. Я здесь. Я здесь. Вы слышите меня? Да, они здесь. Они меня слышат. Они говорят, что очень хорошо меня слышат. Они говорят, что контакт установлен по третьему лучу. Что это значит? Энергия проникает на Землю по различным каналам. Мне показывают луч синий с фиолетовым. Идет снизу, расходится как бы в чаше теперь. Это первый луч. Луч воли? Да. Я бы хотела понять для себя иерархию первого луча. Я тоже. А мне показывают знак, который расположен так. Как? Он запрещает хождение людям неподготовленным. Не каждый может войти в этот луч. Без сна 10 дней держали.
днем допрос, ночью как глаза заведу, так ночью. Это попка в дверь. Не спать, твою мать, совсем ослабла. И чё? Думаю, надо признаваться, расстреляют, так и расстреляют. 4 декабря было. Слышу шаги, ключи звенят. И вдруг кукушка в карцере. Чего? Ку-ку. Ку-ку. Ку. Что за черт, думаю, откуда кукушка в карцере? Она опять своего? Ку-ку-ку-ку-ку. Нет, думаю, этот день надо выдержать. Точно 5 декабря поменяли мне расстрельную. Еще 10 набавили. И гуляй, казачка. Вон. Оттуда была кукушечка, оттуда. А это камушек, ты тоже кукушечка докуковала, да? Разглядел, да? Да, бабка, что-то не сопоставляется. Камушек это гиря твои. Это у тебя в кино не сопоставляется. А жизнь такие закокулины выгогуливает. Оно у нас испокон веков. Предок мой самому Грозному служил. Опричником и Грозным. Может, опричником. Это стержень нашего рода. Ага. От того живем долго. Да, да. У тебя-то есть стержень, дурак? Вот купил бы там какой-нибудь стержень. Кишка тонка. Помрешь, все равно куплю. Вот от этих мыслей у тебя все внутри и склеилось. Это даже нас моргну. В морге моргать будешь. И что, папка, в законе, что ли? Отвали, кровь. Надька, хватит спать, иди жрать. Вкусно! Ну еще бы, икру ложками. Евгений, Людмила, берите ложки, идите сюда, ешьте икру, как все нормальные люди. Ты че? Жрать пришли, что ли? Нельзя, я же сказал. Андрей Александрович. Ну нельзя. Нет, вам все можно. Вы же привыкли икру ложками. Можно? Вот, да. Вот, вы ее в рот. Вот так, да. В ротик. Прямо в ротик да, ее да, надо. Сюда. Меня сегодня переполняет. Я никогда не чувствовала оттуда такой энергии. Сегодня произойдет что-то невероятное. Я чувствую. Со мной, да? Не надо меня спрашивать, я чувствую, и все. Мы эпидемии. Да уж. Может, выпьем, а? Боль! Моя боль! Сядь в кресло, Люда! Укол в аптечке! Ноги, ноги, Надька, ноги! Вот жестко и крепко жралось, ноги, Надька, укол дай! Укол в жопу давайте мне, скорее! Ай, Надька! Волосы, волосы у нее! Где у меня волосы?
отвлекся. А не о себе. И телевизор мне не попросили. Не знаю я, что случилось. Они закодировали информацию. Я же вас просила, Рэя, Андрей. Да. Они нам дали Си. А у нас нет ни одного имени, где была бы эта нота. Андрей, Надежда, Людмила, Евгений, нет у нас Си. Понимаете? Нет, Си. Нет, Си нету. Нет, вы чего? У меня есть Си. А, Наста. Сия. А, да Сия. Подожди, а где мое Рэ? Я умру. Теперь я умру, не она. Я. Что? У вас же были таблетки. Выпейте таблетку и уходите отсюда. Таблетку? Это все, что ты можешь мне предложить? Ах! Ну не нравится. Если коронится, я вообще придушу ее. Надежда, она дежурка. Так, Евгений, быстро крышку открываю. Так, иди, побыли, соединяйся. Я устала, понимаете? Чего? И кофе посветила? Давай! Ой, я с тобой поеду. Так, соединяйся, быстро! Я здесь! О, пошло! Я здесь! Ты чувствуешь, как стол? Куда ты? Стой! Надежда, стой, подожди! Ну куда ты, они придут сейчас? Нет, никто не придет, там никого нет. Я устала, замерзла, я есть хочу. Евгений! Где ты? Отсюда, Евгений! Да знаете, как она устала! Чувствую! Я не могу работать! Такой стан! Я ж боюсь, как дождевая капля! Торжествует картина кукушка. Людка, ты что, замуж собралась за этого артиста? А? А вам-то что? А ничего. Ну да, даже если вот выйдешь ты за него замуж, а его же ни один театр не возьмет. Майонез будет рекламировать. Нет, не будет, туда тоже не возьмут. По звонку. Здоровья нет, а связи до черта. Я позвоню куда надо, и не возьмут. Ты вот книжку свою пишешь. Ну и где издавать будешь? А? Издательства все схвачены. Ни строчки не издашь. А издашь, ни один магазин не возьмет. У матери лицензия есть? Так вот, прикрою через полчаса вашу жраду. Че ты моргаешь? Че ты моргаешь? Пошел ты, урод! Подожди, стой. Вот так. Подожди. Люд, стой. Ну посмотри на меня. Смотри. Куда ты теперь? Мне теперь от вас только могилу. Слушай, подожди, стой. Хочешь, я книжку твою издам? Миллион экземпляров, да-да. Ну, по ящику рекламу пущу. А рынку твоего лучше театра определю. По всех сериалам главную роль играть будет. Я ему как хитростяп рекламу. Схвати за горло, Марк. Отстой ты! Люд, я не шучу. Люд! Тебе чего от нее надо, буржуйская рожа? Знаешь, я как раньше орала, каждое утро выходила. А-а-а. Как цыпленок задохла. Сейчас даже, наверное, так не получится. А-а-а. А теперь смотри. А-а-а.
дома, товарищ. Помрешь на своих деньгах, в сущность превратишься. Какую сущность? Маленькую такую. Там еще крокодил с баяном ходил. Бабка такая старая, как я, и этот идиот, башка с ушами и сразу ноги. Вспомнила? Че Геварушка. Ой, неужели стрельнешь, гражданин начальник? Я же сказал, глаза Геварушка. Слушай, гражданин начальник! Стала! Слушай! Морды к стене! Быстро! Вернуть глаза! Говори им, говори. Граждане сущности,
Взгляните на этого человека. К нему без здоровья нельзя. У него унитаз золотой. Ну нельзя унитаз без жопы. Ну не порядок, граждан. Душа надобна! Душа надобна! Так что извините, граждане несущие сети, что не так, и до скорой с вами встречи. Жень, Жень, иди-ка налей мне, что там есть, водку, коньяка, я в старость трезвой не пойду. А вы вот так. Вы не волнуйтесь, Андрей Александрович. Они там, они работают над вашей болезнью. А вы стойте тут и ждите. Ну как ты себя чувствуешь? Я хорошо. Процесс идет, старею. А я жду. А ты жди, жди. Жди, отец, жди. Я жду, жду. Жди меня. И я вернусь. Только очень жди, жди, когда навеют груз желтые дожди, жди, когда снега метут, жди, когда жа... Ой, я сочинила, да? Утрясайся! А вот это Константин Симонов, а? Что ж, Женька, Костька потом про войну сочинила, а я сначала я про лагерь. Как? Да. Боль. Ее нету. Нету. Слава Богу! Нет! Иди, иди сюда, Валютчик. Иди. Выпьем за твое здоровье. Не, мне нельзя. Можно, можно. Я поди тоже с 70 лет на таблетках сижу. Все нельзя, нельзя, да? А теперь нельзя. Иди сюда, антихрист. На дорожку. Тебе сюды. Мне туды. Чё? Ой, как пашно. Да, как пошло. Конечно, водка не таких поднимала. Какая водка? Ты что, мама, это я! Я поднимала, я старалась, вы все видели. Надежда, надежунчик. Вот тебе за твои старания. Видишь, это только малая толика. Настя, дура, не бери. Какой красивый, натуральная кожа. Чеботанчик. Не бери, он мне хотел сучить, я не взяла. У нас тоже ходил такой один маленький, с натуральной кожей. Тоже, с большой такой кожей. И, а, уйди, задушишь змеюка, уйди. Зачем ты отдал? Это волос ты выдавал. Отдай волос. Ой, и у меня волосы. Волосы у меня. Волосы. Волосы. Нос отвалится. Волосы. А дуванчик на ветру. Нормально, правда, пошел. Да пошел. Пошел, процесс. Пошел, процесс. Опять промахнулись. Ты
что ли? Ага. Какая ты стала. Я сама не знаю, что мне со всем этим делать. Не знаешь? Нет, потанцуй. Потанцуй, зато я знаю. Я запер здесь все двери. Отсюда никто не выйдет, пока я не получу свое здоровье. Я ясно изъясняю. Пойдет в
у нас пути, в руках у нас винтовка. Товарищи, а как вы думаете, что с нами будет дальше? Вот как вы думаете, сколько времени понадобится мировому пролетариату, чтобы свернуть шею мировому капиталу? Зачем ему сворачивать шею? Эй, товарищ, не понимаю, товарищ Мартин читает. Да, ты приходи к нам в ячейку. Мы тебя живы в мозги там брали. Наш паровоз вперед летит. Как? Знаете, что здесь? А ты знаешь, что? Где он?
спит, наверное. Разбудить немедленно. Не надо, не будите, я не готова. Чрезвычайно захотели. А ну забирай! Я тебя заберу! Так! Я тебя заберу! Я тебе показаю, куда я заберу! Да, революция! Да, я тебе не понимаю! Всем нищим и делать пейпаж отбирали! Все, спасибо, скажешь! Не так! Сначала бы сам сгорел, а со мной тягать еще на шок, пойди ко мне! Иди сюда, за уголок, поговорим, сейчас шок! Ну да, мама, девочки, не бойтесь! Мама, девочки! Thank you.
лучше покушать. Можно позже, не принципиально. Переходим ко второму вопросу. Говори, товарищ. Что говорить? Как дошла до жизни такой? Говори. Не надо так, не надо никогда. Вот это все не наши методы. А вот скажи, товарищ, а можно ли построить социализм в отдельно взятой стране? Можно я? Нет, правильно, умеет мыслить самостоятельно. Ты что, бочеречка, что ли? Наша группа расходится с линии партии по этому вопросу, а также выступает против руководства товарища Сталина. А я тебя точно расстрелял, поняла? Враг за стеной. Сидим непринужденно. Вечеринка! Thank you.
От свадьбы. Ладно, Женька, я понимаю. Я понимаю, это все опасно, особенно когда оппозиция выставила свою гнилую рожу из-под поля. Но, Женя, если два человека любят друг друга... Ну, ты пойми, что я тебя не люблю, понимаешь? Ответ неправильный. А что ж мне сказать? Во-первых, меня не любить нельзя, потому что я шикарная баба. Родовую? Вот эту вот? Да, да, эту, Женечка. Отцу моему под клятвой досталось. Никто ни до него не обменял, не продал, иначе по роду ударит. А значит, это тебе, Женечка, Женя, милый. Жень, я жить без тебя не могу, друзья. Жень, я не могу тебя потерять, правда. Жень, посмотри мне в глаза. Жень. В глаза смотри. Какие они у меня? Да, обыкновенные они у тебя. Ответ неправильный. А что ж мне сказать? Как у рыси. Грандиозную свадьбу будем делать, товарищи. Человек, что придет из моего общежития, вместе с Женькиным колотим столы. Даже приходите со своей кружкой. Вот уж и правда никому не понадобится. Но вы знаете ли, что нам нужен крабоклуб, понимаете, за меня? Ты же маленький, ты не можешь!
как это делается. Слова путаются и не складываются в предложения. А, в детстве, кажется, в классе пятом, да. В пятом классе бабушка взяла меня с собой в церковь. Было много свечей, пахло сладким дымом. Все стояли на коленях и молились. Я тоже молился. Я просил Бога вылечить мою маму. Сколько помню, она всегда болела, задыхалась, кашляла. Не могла со мной играть. Но он не услышал. Мама умерла. Я рано ушел из дома. Я все сам. Сам. Я вагоны разгружал. Да любую черновую работу. С геологами. Ходил, рыл шурфы. На север подался. Нефть качал. Буровые стада. Я никому не завидовал. Но одна мысль, точно гвоздь в голове. Я лучше их, я лучше их. Придет время, я всплыву. А время само поплакало, я всплыл. Разве это грех? Несправедливым был. Деньги люблю. Но разве это грех? Как все. Да не было в моей жизни, за что бы я себе. Было. Товарищ мой, кореш, брат, мы вместе начинали, он гений, голова. Через год десяток контор. Два банка под нами, гуляй, рванина. Только деньги не таких в урок скручили. Занесло его. Он все сам. Сам. А я так. На подхвате, на вторых ролях. Погиб. Несчастный случай. Нет его крови на моих руках. Я тебе клянусь. С кем не было? Не верь мне. Не верь. Есть. Все. Я забыть тебя хочу. Товарищ, у вас ключи от квартиры найдутся? Зачем? Понимаете, у меня завтра экзамены. Мне домой очень надо. Учись хорошо. Спасибо. И у вас все хорошо. A la mattina, appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 alla mattina, appena здоровым.
Слушай, не знаешь, куда эти сволочи пульт задевали? Пошли мультики смотреть. Теперь ты Чебурашка. Моя песня не сядет в толпе.